делаем дверь, подготавливаем покраски от Мазды. Вот понизу ржавчину здесь вот. Ну везде сейчас вот это вскроем дело. И вот пятнышко тоже ржавое торчит. Ну здесь вот неизвестно, что тут замазывали. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Сейчас пройдем всю дверь. Так, что, 240-й. Вот с такой толстой подложкой. Потому что ямок нигде нету, все ништяк. Сейчас все замотуем и потом будем смотреть уже, где что рыжик у нас. Сейчас его зачистим и низ зачистим. Так, зачищать буду таким диском тремовским коралловый. Так, ну вот ржавчина такая, здесь чисто, а вот здесь вот и есть. И здесь зачищал, а пятнышко все равно не зачищается. Но у меня есть пистолет пескоструйный, сейчас пистолетиком дунем. Так, вот такой вот пистолетик. Без расхода песка ссыпается в мешочек. Ну, так вот он убирает. Все, сейчас поменяем насадку и уберем вот эти вот рыжики. И вот такая вот насадочка под, специально под такие вот углы. Ну вот так вот все убралось. Так, и сейчас брызнем кислотным грунтом здесь, обезжириваем. У него вот такой в баллончике. Все, сейчас он высохнет, и мы его шоркаем, потому что на кислотный грунт поклевать нельзя.
Сотрем его, и в этих в ямках все равно останется кислотный грунт. В порох в этих. Вот прошло 20 минут. Грунт этот высох. Вот я уже здесь затер. Еще здесь. Чего 240-й. Все, стерли грунт. И вон там в порках этих остался грунт. Сейчас сверху здесь зашпаклюем, потому что здесь был антигравий. Слой толстый. Сейчас стекловолокном зашпаклюем и будем уже грунтовать. Так, все, прошло 20 минут. Засохло уже. И с таким длинным чурком 120-й. Надень 80-ку. Так, и сейчас вот эти все вот где ямочки вот эти получились, их простой обычной шпаклевкой универсальной замажем и затрем. Покажу уже конечный результат. Ну так вот, все вышло. И сейчас брызнем, где железо у нас голое осталось, брызнем кислотным грунтом. Все, выжидаем 20 минут и уже будем грунтовать. Так, ну вот, прошло 20 минут, грунт высох, обезжирили все, и теперь наносим акриловый грунт. Так, ну вот высох первый слой, и сейчас еще на один слой покрасим.
Вот так вот все получилось ровненько, безо всяких ямочек. Шагреньки тоже нету, небольшенькая есть. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся. Все.